Зачитай. Притча о двух монахах. Два монаха идут через лес, подходят к реке, а на берегу реки стоит женщина и боится перейти реку. Ну, старый монах берет эту женщину себе на плечи и переносит. И переносит эту женщину. Она его поблагодарила, и монахи пошли дальше. Примерно полчаса прошло, они шли молча, и молодой монах сказал: «Слушай, брат, я никак не могу понять, мы же монахи, мы давали обет, как ты так мог посадить себе женщину на плечи?» Старый монах остановился и сказал: «Слушай, я женщину снял со своих плеч еще полчаса назад, а ты, похоже, ее до сих пор несешь».